Я делаю целый круг палкой в одну сторону. Так передаю и в другую сторону. Из руки в руку. И все. И такое же упражнение с поворотом. Просто поворачиваюсь, одну ногу на носок и руку чуть отвяжу. И в другую сторону. То же самое. Вперед-назад. Одной рукой. И другой рукой. Есть такое упражнение, оно мне очень нравится. Ну так, просто плечики потянем. Да. И в сторону. Другую сторону.